Что в подарок привезли, это не секрет? Кратко. Какой? Нету здесь московского комсомольца, у вас такой журналист есть известный. Как-то его фамилию забыл. Ну, наверное, нет. В МК известных нет. Нет, хотел рассказать ему, чтобы он обратил внимание, что я на Аурусе приехал. Он любит пакости там. А трактор какой, Александр Григорьевич? Такой, на котором я работаю, в Беларуси. Самый лучший. Ручной сбор. Со всеми насадками? Ну, насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку, намешивающую устройство. Сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то, она универсальная. Вырастим. И Дуде Моровецкому, Европе, там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам. Александр Григорьевич, а какой выход из сегодняшней международной обстановки, по-вашему? А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили, и выходить оттуда мы не собираемся с какими-то потугами. Они пускай ищут с этой международной обстановки, куда они зашли. Но один вам совет. Вы не все знаете. Они ищут этот выход уже давно. Граница безопасности наша западная? Наша западная? Сложно сказать. Вы же слышали заявление, что якобы уже договорились, арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Они, будем думать, мы уже решили. Но еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально. Спасибо большое.